Слышим, как СК-арена поддерживает своих любимых игроков, возможно, уже сейчас. Винс Хантер набирает первые очки в этом матче. Всегда забавно за такими моментами наблюдать. Обычно наоборот, Дмитриевич отдает на Баку, но нет. Адриан Мойерман набирает 2 очка в этом волнении. Самый возрастной игрок. Не свойственной манере пока баскетбол. Какая передача Эртеля на Хантера, она становится результативной. Получилось. Эртель своего добивается. Шестой сезон. Ведь по ходу регулярного чемпионата Хантер здесь здорово накручивает Рейнольдса. Да, сейчас болельщики из Каталонии следят за тем, что происходит, и у них радуется глаз. Тем временем 2 очка от Сергея Торопа. Томас Эртель. Дмитриевич вообще был прекрасен в первой половине. И то, как его остановить, еще не придумали. Рейнольдс против Хантера. И здесь как хорошо включился Зубков на подстраховке. И он первый в нападении. Растягивает оборону Курич. Один на периметре. Ну и наконец-то. Кайл Курич прерывает серию пробоков. Делать без него — это вопрос. Не забивает Фрейзер, зато Карасев вот таким вот образом набирает для себя первые очки в сегодняшнем матче. Курич. Снова атака «Зенита» затягивается. Тяжелый трехочковый. И это 3+1. Многие фанаты казанцев возвращения Рейнольдса, и он уже готов это сделать. Ждет первого удобного шанса Эртель, но, возможно, уже нечего будет спасать. Томас Эртель забирает эту концовку для «Зенита».